Now, the venue chosen for this meeting is far from the ordinary. It's not a palace. Здравствуйте, привет. Как вы добры? Меня Смикач, а лишь Смика. Спасибо, что на свою занятость пригласили нас и тепло приняли. Я очень рад вас видеть. Тем более, что такие события у вас были. 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет восстановление дипотношений. У нас столько событий. Я очень рад. Сначала создавала все для ракетоносителя «Союз». «Союз» с 2004 года мы запускаем все типы космических аппаратов с территории Космодрома Восточный, Байконур и Плесецк. Вот эта ракета имеет 5 двигателей. Вопросом гуманитарного характера. 오늘 회담에서 경제와 이제 여러 가지 분야에 대한 협조를 토론하려고 합니다. Ситуации в регионе. 그리고 조선반도 정세에 대해서도 회담하는 вопросов у нас много. Я хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. Мы должны были бы, чтобы мы могли бы, 함께 있을 것임을 다시 이 기회를 빌어서 확언하는 바입니다.